Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на накрутку побед для Backrooms Race Clicker. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нету никакого чита, скачиваем любой из предложенных, пока что их два, Star либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star, также Splash, напоминаю то, что используется с ключ-системой. Star без ключ-системы. Ну, какой чит вам в целом больше нравится, тот и используйте. А далее в поиске пишем Backrooms Race Clicker. Также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. Далее на сайте побудьте где-то 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. А дальше, что нам нужно? Вот мы в поиске написали. Появилась, получается, одна запись. Пока что, получается, только один скрипт есть. Больше я не нашел. Как только еще появятся крутые скрипты, я их обязательно сюда добавлю. Значит, нажимаем кнопочку «Скачать». Потом еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее, заходим в игру, открываем чит. В настройках ставим «KernelDLL», потому что на нем лучше всего работает. Также напомню то, что KernelDLL используется с ключ-системой. Далее нажимаем Inject. Ключ я уже сегодня получал. Мне его получать больше сегодня не нужно. У вас, короче, откроется окошко. В том окошке вы копируете ссылку, вставляете в поисковую строку браузера, переходите по этой ссылке, проходите капчу. Далее вас перекидывает на сайт. Вы на том сайте ждете 15 секунд. И так повторяете около 4-5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто, и нажимаете Enter. Далее у вас происходит инжект. А потом нажимаем кнопочку Xcode. И как видите, мне начислили победы. Давайте запомним, сколько у меня сейчас побед. 30 тысяч. Проверяем, сколько сейчас прибавится. Так, что-то не прибавилось. Окей, давайте питомца купим. Тут, скорее всего, раунд закончился, как я понял, да? Так, ладно, покупаем питомца. Анкомонка выпала. Отлично. Вроде бы как сейчас начнется новый раунд, и тогда можно опять будет победа накрутить. То есть победа накручивается только, когда идет раунд. Когда он закончился, уже их накручивать нельзя. Так, одеваем питомца. Отлично. Скорость почему-то у меня до сих пор 16. Давайте покрутим колесо фортуны. Посмотрим, что мне выпадет. На 15 минут удача. Ну, если честно, такое себе, конечно. Так, ладно. Давайте попробуем опять нажать кнопочку Xcode. Немножко у меня подлагивает. Ну, в целом, как видите, победа накручивается. Да, отлично. Сейчас 10 тысяч даже прибавили почти. И больше пока не прибавляет. Короче, он работает, но довольно как-то странно. Скорее всего, нужно зайти в сам режим, ну то есть сам раунд. И, скорее всего, там уже будет все работать отлично. Давайте еще раз попробуем. Нет, сейчас уже не начисляет. Окей, давайте попробуем тогда зайти в какой-нибудь раунд. Ага, я ни в какой не могу зайти. Но в целом, я еще механику не понял, как этот скрипт работает. Но, как видите, победа мне начисляет. И, в принципе, довольно много даже. Ну, почему-то сейчас не хочет. Ну, ладно, в целом, я думаю, вы смысл поняли этого скрипта. Также напоминаю то, что ссылка на мой сайт будет, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. Там, в принципе, сложного ничего нету. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Эйсбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и... пока.